Культуры и отдыха прошел районный этап конкурса патриотической песни. Свои номера представили на суд жюри солисты, вокальная группа любителей и солисты-профи. Я домой подарусь, закопляюсь в тиши, добрый людям белорусов, честь ее и души. Спасибо то, что вы не за спасибо дрались, брат. Спасибо за глаза, за преданность жизни, за чистые сердца, за то, что не сдавались. Спасибо то, что вы не за спасибо дрались. Белые березы, греется огня, небеса с ума сойдешь от тени. Солдаты
могучая, былинная, родная белорусская земля. Там за зорями, за туманами, тишине весомый полей. Сокровенное, несказанное, бьется сердце земли моей. А я не буду маяться, судьба табун коней. И нет нужды печалиться, ведь мы подвластны ей. Нет времени отчаяться, незримо верит ей. И лишь попытки ставятся, чтоб совладать нам с ней. Это Беларусь, любовь моя, это Беларусь, судьба моя. Здесь мой дом родной, моя семья. Это Беларусь, родная моя, это Беларусь, любовь моя, это Беларусь, судьба моя, это Беларусь, родная моя. Знов снежинки легли, отважно, важно подняли по земле, по мягкой траве. Запрошали дипломами первой степени награждены ученик средней школы номер 8 Павел Лощевский, педагог Жировичской школы Дарья Сныткова и вокальная группа Иларита из средней школы номер 2. Вероятно, что именно победители поедут на областной этап конкурса. Меня зовут Дарья Сныткова, я педагог социальной Жировицкой средней базовой средней школы Сломинского района. Первый раз участвовал в таком конкурсе? Нет, не первый раз. А победа первый раз? Нет, победа тоже не первый раз, но первый раз в номинации профи. И почему решила участвовать? Потому что это очень интересно, увлекательно готовиться к этому конкурсу. Это патриотический конкурс. Всегда приветствуется так, что есть перспективы поучаствовать в областном. Откуда любовь к пению? С детства. Я с детства занималась в студии Камея в РДК, пела. А если придется представлять Слонимщину на областном конкурсе с этой же песней?
Я думаю, да. Как мы уже решим, как подготовимся. Какая мечта в жизни? Сделать побольше хорошего. Сделать что-то полезное. Помочь детям, нуждающимся. В моей работе, в моей педагогической работе. Так на Святой Жероицкой земле только доброе должно родиться. Естественно. Удачи. Спасибо.